Если собственная жизнь горожан не волнует, то вот здоровьем нации обеспокоены народные избранники. Депутаты Госдумы предлагают запретить рекламу фастфуда и других продуктов с высоким содержанием жиров и сахара. Подробнее об этом и других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. В России могут запретить рекламу фастфуда. С такой инициативой выступил один из депутатов Государственной Думы. Согласно предложению, под запрет рекламы должны попасть продукты с высоким содержанием сахара, жиров, соли и специй. Это газированные напитки, кондитерские изделия, чипсы, маргарин, а также некоторые виды колбас. Чтобы запретить рекламу этой продукции, ее необходимо приравнять к алкоголю, считает народный избранник. Между тем, по мнению специалистов, данная инициатива негативно скажется на прибыли телеканалов. Ведь только за 2014 год на продвижение фастфуда и продуктов с высоким содержанием жиров и сахара рекламодатели потратили около 22 миллиардов рублей. Законопослушных автолюбителей хотят освободить от оплаты техосмотра. Согласно инициативе депутатов Госдумы, водители, не нарушающие правила дорожного движения в течение года, смогут пройти ТО автомобиля бесплатно. По мнению специалистов, такие поблажки в условиях экономического кризиса станут хорошим подспорьем для некоторых автолюбителей. А вот для постоянных нарушителей предлагается увеличить стоимость техосмотра в несколько раз. За кражу велосипеда могут посадить в тюрьму. Соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Предлагается приравнять воровство двухколесного транспорта к угону. Тогда наказанием будет штраф в размере 120 тысяч рублей или исправительные работы. В некоторых случаях преступнику даже будет грозить тюрьма сроком до 5 лет. По мнению специалистов, такие меры по ужесточению закона необходимы. Согласно статистике прошлого года, более 5000 жителей страны лишились велосипедов. С каждым годом количество таких преступлений увеличивается на 20%. Однако, по мнению общественников, ужесточением наказания ситуацию не исправишь. Необходимо создавать специальные велопарковки.